Управление Россельхознадзора Карачаево-Черкесии провело отбор почвенных образцов на землях сельхозназначения. Отбор провели в Николаевском сельском поселении. Почву исследовали на содержание свинца, цинка, меди, никеля и марганца. Отобранные образцы будут направлены в лабораторию. И при выявлении повышенного содержания в почве тяжелых металлов могут быть применены меры административного воздействия. Напомним, что неорганические соединения попадают в почву при неправильной утилизации отходов, удобрений и пестицидов.